Здравствуйте, дорогие друзья. Мастер-сервис и Чива. В составе команды Мастер-сервис Полищук Андрей Хоменко, Игорь Кравчук, Дмитрий Пуховец, Юрий Павлюк, Павел, Невинский Александр, Гайдай Виктор, Литвиненко, Георгий, Сотник Александр и Криворук Ярослав. В составе команды Чивас. Козырь Дмитрий Мороз, Алексей, Корчинский Данилов, Бельчук Александр, Базаров Вадим, Левицкий Владислав, Галуздовский Евгений и Багриев Владимир. Мороз обыгрался с Бельчуком, Базаров. Базаров. Ну, Мороза. На ровном месте, да, первые просто буквально минуте завелись, даже минуты не прошло, завелись уже и Мороз, и Кравчук. Пуховец. Базаров. Базаров. Мороз. Кравчук. Ну и что у нас происходит? Вот такой забитый мяч. Я даже не знаю, как это назвать. Но это Глуздовский, его тело в сторону ворот. Кравчук. Криворук Ярослав. Туда, наверное, на Кравчука снова играл Базаров. Базаров. Мороз. Криворуков. Бельчук. Пуховец. Базаров на Мороза. Мороз играет туда, дальше, на десятку. Команды Чивас, Бельчук с острого фланга. Такое впечатление, что решил попробовать пробить, попытать счастье. А почему нет? Пуховец. Пуховец. Кравчук. Галуздовский. Кравчук. Полищук снова на Кравчука. Андрей отыгрывает назад на Невинского. Полищук обстучался с Невинским. Невинский отыграл на Кравчука. Павлюк, Кравчук. Полищук по диагонали на Павлюка. Кравчук пробрасывал. Ну, что дальше? Мороз. Козырь. Глуздовский, Глуздовский. Ну, где?
Блять, обвините, да, это штаб. Кравчук на Полищука. Полищук отлично играет на Павлюка. Снова Полищук мог пробивать касание. Ну, все акцентируют внимание на то, что нужно было бить ему тут Полищуку скорее. Перевел на Полищука. Корчинский ошибся на ровном месте и могли забивать. Могли только что забивать команду мастер-сервис. Андрей Полищук. Очень легкий, на ногах, классно двигается. И, в принципе, в этой лиге может решать исход индивидуальными действиями. Полищук. Тут не переигрывает Корчинского. Не отводил глаз от удара. Голкипер. На отвес от Базарова. Левицкий. Дима, у тебя нет игрока, это его игрок, блядь, это у нас. Так не надо ему помогать, своего возьми. Звонящий. Звонящий. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Козер. Базаров, козырь, хороший удар от Дмитрия. Левицкий, Владимир. Дали ему нормально, комфортно пробить. Мороз. Не успевает сохранить мяч в пределах поля Базаров. Кравчук, отличный проброс, сохраняет мяч в пределах поля. Базаров на козыря. Невинский. Бельчук. Бельчук, как сыграет? Переводит на Базарова. Снова Бельчук. Полищук Андрей на Невинского. Саша отдает на Полищука. И кто у нас тут сыграет? Никто не сыграет в этом моменте. Просит замену. 99 номер. Чуть подутомился. Как я понимаю. Оставайся, оставайся, оставайся.
Хоменко. Отыгрывает назад Кравчук на Георгия Литвиненко. Тут поставил корпус. Пытается выйти из-под прессинга. Сейчас мастер-сервис. Глуздовский переводил туда налево на Бельчука. Вот не стал замыкать на дальней. Литвиненко Георгий. Кравчук. Дальше по бровке на Литвиненко. Неужто примет? Принимает Базаров этот мяч. Играет навесом на козыря. Классный момент. Красиво смотрелось. Глуздовский на козыря. Обыграл Базаров один в один Невинского. Ну как обыграл? Правильно будет сказать, нашел возможность пробить из-под игрока. Скорее так, Глуздовский. Не получает мяч от Левицкого. Невинский Александр. Корчинский. Левицкий. Еще одно попадание в штангу. Сегодня крайне много штанг за целый день. Я, честно говоря, думаю, 10 уже набралось. За матчи такие 4, может быть 5. Полищук. Андрей Полищук. Хороший темп. Отыгрывает на Хоменко. Полищук. Куховец. Картинский бросил на Глуздовского. Глуздовский переводил туда на Мороза. Благодарит он за попытку. Такое, да, передачу.
тобой, я. Блядь. Гвоздовский. Базаров. Еще одна штанга. Бельчук. А вот добивание Бельчука уже максимально продуктивно в этом в этой ситуации, друзья. Александр Бельчук. Невинский, Александр Невинский. Пуховец. Можно было чуть-чуть попроще придумать, как переправить в сторону ворот. Хотел красоты, мне кажется, здесь. Левша команды мастер-сервис. Дмитрий Кравчук. Бельчук. Мороз. Мороз. Гвоздовский. Лещу, хороший дриблинг. Но пас отдал Славы. Неприятное столкновение. У нас вынужденная пауза. Козырь. Дмитрий отыгрывает назад. Там сыграл на Базарова. Павлюк. Неудобно было принимать этот мяч, но справился Невинский. Корчинский. Базаров. Полищук. Павлюк. Переводит на Невинского. Спеши. И вот такая комбинация сейчас от Чиваса. Результативная. Базаров забивает с передачи Левицкого. Невинский. Хоменко. Дальний удар с левой ноги. Кравчук Дмитрий. Мы близимся мы к завершению первого тайма. Я думаю, что там немного времени осталось, честно говоря. Невинский.
Козырь. О, Хома, он на нашей половине. О. Дмитрий Козырь отыграл на Базарова. Левицкий на Мороза. Невинский перевел на Кравчука. Дмитрий Кравчук на Хоменко. Вот он момент для мастер-сервиса. Угол, давай! 10 секунд! Давай. Есть подвижку? Да сюда подбеги, ударь! Стоп! Хорошая скорость Бельчука. Фалил Павлюк. Бельчук! И будет желтая карточка на перерыв. Хоменко. Невинский отыграл на Кравчука. Кравчук на Невинского Александра. Вот так, а кто-то не забивал, а Саша точным ударом показал, что можно, в принципе, достигать того, что нужно. Размочили. Силовой удар от Мороза, но он полностью заблокирован Сашей Невинским, который и забил тот самый первый мяч. 3-1, я напомню, сейчас счет на табло. Этот гол, мне кажется, может вернуть нам интригу, причем при старте второго
представитель второго тайма, это может обострить ситуацию. Мне так кажется, во всяком случае. Козырь. Хотя вот если так будут продолжать обороняться, то дела не будет, конечно. Кинь дальше, просто туда кинь мяч. Ваш не стоит не готов, чем отдышь. Хоменко постарался в касание вырезать. Горчинский просто точно играет идеально на капитана команды. Козырь Дмитрий на Мороза переводит. Далеко от себя отпустил Мороз. Хоменко на Полищука Андрея. Дома. Крайне мало ударов точных сегодня есть. И это вносит свои коррективы. Хороший момент для Козыря. Если бы перекидывал, был бы, конечно, симпатичный гол. А их сегодня крайне мало. Вообще голов мало сегодня. Я отмечал это в прошлом матче. Аменко. Козырь выигрывает борьбу. Дмитрий отдает передачу. Кравчук там постарался для того, чтобы сохранить мяч для команды Мастерсервис. Контратака 3 в 2. Невинский. Александр Невинский пробежал мимо Мороза. 3 в 3. Ну, уже даже 3 в 4. Невыгодно, казалось бы. Но угловой штрафной зарабатывает. И позиционно как-то разыграть стандарт можно всегда хорошо. Кравчук на исполнение пробивал. Корчинский по позиции правильно совершенно располагался. Даже не сделал шага куда-то. Просто корпусом отразил удар. Александр Невинский. Крещук на Невинского. Александр хорошо убегает вперед, обостряя ситуацию, играя на Хоменко. Но чуть в спину, это все не так хорошо, как хотелось бы того. Кравчук. Павлюк. Базаров. Левицкий. Хороший силовой удар, касание голкипера, полевого голкипера было. Примерно туда же направил Левицкий мяч. Левицкий.
Бельчук. Базаров. Хороший дриблинг от Базарова и забитый мяч. Как результат. А Бельчук отдал голевую передачу. Отыграл на Невинского. Базаров. Бельчук. Сильный удар. Мимо ворот. Четыре у вас хала. Не надо, не надо. Никто не выйдет. Полищук. Да, нормально ему упал. Неприятное столкновение Криворукова и игрока команды Чивас. Ковчук. Первый на мяче. Базаров на козыря. Павлюк. Павлюк. Полищук. Хороший момент. Кравчук опасно, последним было вот так водиться. Базаров очень цепкий игрок, и видим, что едва ли к проблемам это не привело. Павлюк. Пятый командный. Десятый желтый. И желтая Бельчуку, ребят. Чуть-чуть почувствовал какую-то свою игру Павлюк и сразу же свалили против него. Забавная ситуация, друзья. Но удается выбить мяч. Пуховец отыграл на Полищука. Павлюк. Пуховец. Криворуков. Отобрали мяч Чивас. Лудовский не стал играть по диагонали на козырь. Отыграл назад на Базарова. Базаров чуть сблизился с капитаном команды. Чивас достаточно выше по качеству контролирует мяч. И быстрее это у них получается. Вот и причины, наверное, почему такой счет у нас на табло.
трех овец. Пацаны, у них 5 фолов, подставляют. А я на них, блядь, Бельчук. Базаров. Есть забитый мяч от Базарова, друзья. Еще один гол. Ну, просто как киллер сегодня для ворот в мастер-сервиса Базаров. Ховец. Можно, Яра, поднимай голову. А есть и забитый мяч от команды мастер-сервис. Невинский Александр реализовывает этот гол. Пять-два. Вот такой счет у нас на табло сейчас. Невинский. А какая минута у нас сейчас? Я вижу. 8 минут, друзья, остается для выяснения, кто же сильнее сегодня. Ну, мне кажется, мастер-сервис уже потеряли нить игры. Кравчук. Пуховец. На Невинского. Невинский. Козырь на вынос в прыжке. Пуховец не попадает с лету. Левицкий. Мороз. Бельчук. Глуздовский. Левицкий. Выше ворот. Мороз отыграл на Козыря. Козырь. Один. Есть. Кравчук контролирует мяч. Пробует сыграть на вынос. На, Паш. Оставь, это не означает отвернись. Подойди, Саш. Кравчук. Невинский. Невинский отыграл туда, на Павлюка. Паша можно бить сейчас в этой ситуации. Хорошо пробивает в целом. Но там нога была и защитника, которая выручила, в принципе, в этом моменте. Хороший удар от Козыря и дальше дублирующий удар от Мороза, это угловой. Павлюк отыграл на Невинского. Александр.
Хоменко на Полищука. Кравчук. Вернее, Кравчук это был. Какой момент сейчас на дальней штанге? Там влетал туда Павлюк, но касание, некое касание, которое было сделано, все же повлияло на ситуацию, и не смог он воспользоваться таким шансом. А вот такой проход Полищука никто не ожидал. Забитый мяч от Андрея. Вводи мяч, пожалуйста. Невинский, Полищук, Базаров. Пробрасывает Базаров, хорошо убегает. Есть пространство перед ним, да можно и в пас играть здесь. Уже пора в пас играть. Перемудрил, честно говоря, 99 номер. Кравчук Дмитрий. Кравчук Дмитрий, хорошо на скорости, сохраняет мяч. Отдает все же передачу, но там Базаров. Пошел. Последние самые тяжкие минуты. Кравчук. Пуховец. Быстрее. Полищук. Контролирует мяч. Ну, тут потерял уже. Увлекся, честно говоря. С владением. И вот этот момент для Чиваса. Бельчук достает этот мяч, сохраняет его в пределах поля. Мороз. Базаров. Базаров. Ну, остается меньше минут, как я понимаю, сейчас немного времени. Полищук. Невинский. Полторы минуты. Кравчук. Далеко покинул ворота сейчас Невинский. Давай, 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 давай. Хороший момент, Полищук, Пуховец. Есть добивание от Александра Невинского. Вводи мяч, пожалуйста. Добавь время. Давай, давай, давай.
Играть, играть, играть! Давай, 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 давай! Спасибо, здоровье. Спокойно. Видим тебя без панки. Ковец. Я в центре. Пробивает в сторону пустых ворот. Очень близко был к тому Бельчук, чтобы сейчас забивать. Кравчук. Полищук. Полищук. Ох, как близко был к тому, чтобы забивать Полищук. Но нет, этого недостаточно. Судья уже берет свисток. И свистит. 5-4. Вот такая победа Чивасов. Достаточно интересном матче против команды Мастер Сервис.